Вот и до Славянского района добрались снегопады. После затяжного дождя понижение температуры вызвало обильный снегопад, который прошел в ночь с 28 на 29 ноября на всей территории муниципалитета. По данным Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, уровень воды в реках Кубань и протока остается низким. В руслах имеется запас высоты. Первый снег прошел без серьезных аварий. Небольшие перебои с электроэнергией были в Петровском и Прикубанском сельских поселениях, а также в южном округе города. С ночи на уборку улиц и подходов к социально значимым объектам города были направлены силы общественно-социального центра. Более 40 человек задействованы для расчистки снега. В уборке участвуют и сотрудники окружных администраций. 11 единиц транспорта, в том числе машины ДРСУ и ДПМК, работают на дорогах Славянска на Кубани. Как сообщили в администрации города, поселение обеспечено достаточным количеством реагентов для борьбы с гололедом. Важно, чтобы все владельцы предприятий и торговых точек занимались расчисткой наносов около своих объектов. Высота снежного покрова по всему району не превышает 8 сантиметров. Ветер северный 8-10 метров в секунду. Подобная погода продлится всего пару дней. Ее сменит оттепель, но и она будет скоротечной. По данным долгосрочных прогнозов, нынешняя зима на Кубани ожидается холодной. Чтобы жители края владели оперативной информацией о погодных условиях, МЧС ежедневно производит рассылку уточненного прогноза. С ним каждый может ознакомиться на сайте администрации Славянского района по адресу www.slavinsk.ru.